день, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на втором туре смотра конкурса военных оркестров вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня на сцене перед вами выступает оркестр штаба Южного военного округа. Начальник оркестра, художественный руководитель, заслуженный артист Российской Федерации, подполковник Андрей Головин. Военный дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, исполнителей на духовых и ударных инструментах, капитан Никита Кутенко. Начальник военно-оркестровой службы штаба Южного военного округа, заслуженный артист Российской Федерации, подполковник Анатолий Махорт. Николай Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Сеча прикержится» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Девять февронов». Инструментовка Андрея Головина, дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, подполковник Андрей Головин.
исполнителей на духовых и ударных инструментах капитан Никита Утенко.
Третий. Ноктюрн празднества. Инструментовка Ивана Мары. Дирижер. Заслуженный артист Российской Федерации. Подполковник Андрей Головин. Thank you.
Гагарин, Андрей Лукин, Сергей Сорокин. Джаз-сюита на тему донских композиторов. Аранжировка Никиты Бутенко. Солисты. Капитан Никита Бутенко, туба. Старший прапорщик Александр Пашков, кларнет. Сержант Игорь Бабин, флейта. Младший сержант Андрей Мулюкин, саксофон, тенор. Артистка оркестра Елена Лубиная, фортепиано. Thank you.
Thank you.
Thank you.